Короче, мне очень норм. О, восстановилась, да, все хорошо. Я отпала, сорян. Я немножко отвалилась. Отошла. Ну, уже подошла обратно, да-да. Ну, типа, сорян, я не очень сильно хотела отваливаться, так получилось. Так произошло, такое бывает. Очень редко. Боря, привет! Боря, как ты? Боря, Боря, Борис. Ракеты, блин, только быстро кончаются. А перезапускаются долго. Живой пока. Ну, главное, что ты живой. Это уже как минимум плюс. Как минимум. И трез. Да ты чё? Я тут думаю, чё у нас сегодня снег идет. Боря трезвый. Боря, Боря, ты портишь погоду. Так, еще одни чебуреки тут подкат. Да блин, они так сильно много размножаются, блин, что я вот уже устала их чпокать. А ты на работе? Божечки, Боря, что тебе? Земля тебе Винни-Пух. Блин, они у меня опять все перета. Перезагружаются? Да ладно. А, опять цели выбрано уже. Еще три, чтоб вылезла? О чем ты? Ты об этих дрончиках? Ну, которые меня сейчас типа атакуют. Ракетница на тело. Да блин, они так долго убивают их. Боря, обычный пух. Там, я не знаю, можно взять у гусей, у курочков, у уточек. Я не знаю, какое ты предпочитаешь пернатое создание. Не такой Винни.
Не тот Винни, нет. Он на меня тогда вообще чуть не обиделся. Поэтому не трогаем Винни. Валерий, я не понимаю, о чем ты имеешь в виду. А что это такое? Я не пьющий, я не понимаю. Ну, я не пьющий, я не понимаю. Слишком сложно. Ну, как сказать? Последний раз. Мало, скорее всего, пьющий. Потому что, когда говорят, совсем не пьющий, то это вообще никогда, ни разу, никак. Как девственница, не знаю. А у меня встречи с алкоголем были. Ну, то есть, как бы... Знаю на вкус и цвет. Что это такое? Вот, поэтому, скорее всего, мало. Крайне редко. Вот такие пироги. Валера, отстой. Ну, по крайней мере, разбираться я точно не разбираюсь. Вот эту штукенцу я не положила. Корабли. За ней надо будет возвращаться.
А вообще, Валера, по каким критериям ты понимаешь, что человек курящий или пьющий? Что найти в контрактах? Я ничего не вижу. Я слепой. Так, ну... Я сделаю сохранить, а не сохранить. Странные вы. Блин, а я не помню, где эта женщина была. Нет. Так. Станция. А, блин, я понял. Я дурак. Расстояние довольно-таки далеко. А у меня есть они? Room is gold. Как-то нелогично, очень нелогично, вообще ни разу нелогично. Ага, далеко или... Ля, далеко, я до туда не пойду. Я не пойду до туда. Слишком далеко, я до туда не пойду. Тогда я здесь. Так, количество, расстояние. Вот тут лаки первого рода. Место назначения. Я сюда еще вернусь, короче. Да.
Что у нас новенького? Что у вас новенького? Где? Когда? Во сколько? Почему? Что вы-то? Что вы? Я здесь одна. Да как сказать, Боря? Осень. Осень. Я думаю, даже и объяснять, и рассказывать нечего. Просто это осень. Хотя мне осень очень сильно нравится. Да, Хрюшка. По сути, вообще, как бы это... Каждый период, ну, типа зима, весна, осень, лето, т.д. местами интересно, местами неинтересно. Ну, да, с одной стороны, осень не яркая, с другой стороны, она и печальная. Что это? Лето уходит, и т.д. и т.п. А я же ведь эту штуку не купила, блин. Вообще такой мудак-то, я просто мудио. Ой, ну кто о чем? Просто у кого что болит? А я ведь ту штуку ведь не купила, ну, типа, не сделала в покупке. Вот. Валера, зачем тебе в лес заблудиться? А, я вспомнила. Это вот это вот. Вот так вот. Во как можно. Зачем, Валера, заблуждаться в это, в этом, как его, в этом, ну, в лесу? Так, вот станция. Ну что ж, поделать, скупой платит два уж ты. А куда мне его запихнуть? Подскажите, помогите, скажите, куда мне его запихнуть, вот скажите, ну ты куда вот его запихнуть? У меня что-то у меня голова зачесала. А, Боря, зачем Боря в лес? Зачем тебе Боря в лес? Что ты там потерял? Что ты там забыл? Куда туда? Туда это куда? Он не хочет никуда, потому что туда нету пустых местов. Пустых местов нету. А если нету пустых местов, его не поставить. А вот отсюда... Так, в лесу костер, шашлыки, много пива под водой. Ну блин, если так, то, конечно же, можно пойти в лес, но не заблудиться и не забыться ведь в лесу, верно? Ой, все, Борис, хватит соблазняться. Это очень, очень заманчиво.
Ладно. Может, у меня это пока что убрать. Пока снять этот модуль и засунуть его себе в трюм. Так норм будет, и вместо него поставить вот эту вот штукенцию. Если что, то потом я просто ее сниму и уберу. И все. Так. Теперь. Это из тонка. Немного подланивает чуток совсем. Я, кстати, вообще не знаю, с какого лешего типа пропала связь. Вроде бы все должно стабильно работать. А потом так. О, какая станка такая интересная. Забавная. Куполами. Золотые купола. Какие песенки я знаю. Курица. Курица шашлык? Не, не. Давай не этот, не такой шашлындос. Шашлындос, давай что-нибудь повкуснее. Ну хватит уже, блин, хватит. На самом деле, хватит. Я вот сейчас вообще орешки буду грызть, хрустеть вам тут всем назло. Вот так вот. Так. Блин, 70, короче, километр, а я не взяла этот ускоритель. Мы сейчас просто как улиточки будем ехать, ехать и ехать.
Короче, можно сейчас обсудить погоду, есть время для обсуждения погоды. А то сейчас я со скуки помру, пока эта каракатица катится. Еще и спазик от жрёдышка, блин. Как у вас погода? У нас за окном темно. Какая погода, я не знаю. Вроде бы есть погода. А какая погода, я не знаю. Как у вас погода? А. Сыр и хана. Осень. Это все сыр. Сыр. У вас сыр и холодок. А какой сыр? Плавленый? Осталось 22 километра. Прошло полдня. Так, то у меня все эти, как они, пусковые эти ракетцы перезапущены. И получается, что? Что у меня получается? Ага. Пройдет полгода, и я докачусь до... Короче, эта улиточка меня прям вообще каракатится. Раскаракатилась. Буду на станке, скорее всего, ускоритель поставлю. Ура! Оно родило! Я доползла. Я доползла. Я смогла. О май гад, еще 49 километров пилить с БС. Ну да, кот жирненький. Мне нравятся жирные коты. Жирненькие котики. Они такие мягкие. Запрыгнуть никуда не могут. По столам редко ходят. Им лень двигаться. Так вот положил на себя эту теплую подушечку. И няшкаешь, няшкаешь, няшкаешь. Он пытается уйти, там что-то сделать, там барахтается, как головастик.
Зачем тебе, Валера? В каком плане ты его хочешь? Ты хочешь его взять полностью? Хочешь быть хозяином? Это мне не туда попёрло. Так, где у меня опять трюмы склады? Так, штукенца, ее вот эту вот штукенцию надо вот так вот штукенцию вот так вот сделать, да? Ее что, еще взламывать надо? Вот этот поворот. Вот это поворотище. Так. Я, конечно, ни на что не намекаю, но а если произойдет так, что я не смогу открыть, оно типа взорвется, и что мне тогда делать? А да, боже, куда ты зашел? Просто беги, беги, пока ты можешь бежать. Будет больно, если он взорвется. Он уже и так подорванный, блин. Ну, можешь пешочком ходить. Ну, блин. Но на это мои полномочия, все. Да черт. Я очень переживаю. А вот сейчас, кстати, между прочим, у меня осталась как бы одна попытка, да? И а если я его не скрою? Ну просто, а если? Ну да, конечно, тут еще и ежик. Почему бы и да? Понимаю, просто понимаю. Он взорвется, он взорвется, он взорвется, он взорвется. Ой, меня тут вообще-то бьют. Между прочим, нет, я вскрыть вскрыла. Все, понял, принял, обработал. Так, выхожу на орбиту. И можно обстреливать. Не забываем, пожалуйста, стрелять. Да? Блин, как они меня охотно хотят, а? Мне уж прям ягодички зажались. Поджались. Их так много, они как комарики. Ой, я это еще, кстати, не включила. Да. Это сестры. Все верно.
Не успеваю переставлять. Блин, ребят, ну реально в очередь встаем, в очередь. Я каждому выдам по ракете. Каждому. Меня на всех хватит, обещаю вам. Ой, что-то я прям три сразу же на одну. А, я... Ну ладно, ну бывает. Вообще 21 километр, и до него что-то не долетают. Неубиваемый какой-то. Второй. Я понял. Я мутила. Спасибо большое, мой рот. Что бы я делала просто без тебя? Нет, Омега. А каракао можно на альфе? Нет, стример не мажор. Стример женщина. Шутка с отсылкой. Как говорится, не насосала, а подарили. Тупая баба. Ну все. Вроде бы они кончились. Теперь мне можно войти в док. Все верно, все в точку. Я сделала только первое задание. Ладно, а прошел час, между прочим. Так, что у нас по следующему заданию? Ограничения есть. Мама-мами. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Место. Уничтожить. И, наверное, скорее всего, мне можно будет уже снять эту штуку. Да, на лазер. И поставить ускоритель, потому что я такой медленный. Спасибо, спасибо.
Так, а как его зовут, я не помню. Блин. Тоф. Очень сложно. Очень все сложно. На него тоже, блин, лететь надо. У меня есть они, но они есть у меня далеко. Все круто. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Самое далекое, самое близкое вот здесь. Я слетаю и быстренько тогда это. Ну, все. Ну, меня предупреждали. Я такая тупая. Я забыла, как станция называется. Это не та. Не туда. Это ж там. Я понял. Я понял. Она подсвечивается всегда желтеньким. Если ты недавно где-то что-то купил, то она подсвечивается желтеньким. Так, я хочу с ней поговорить, сразу же взять задание. Ох, Валера, я тоже хочу кофе. Так, задание взято. Во. Задание взято. И теперь можно слетать быстренько за ускорителем. Да, я сейчас летаю за ускорителем. Я это скупила немного. Ну да ладно, мне простительно, наверное. Такое не прощают. Просто так получилось то, что я почему-то очень долго летаю до... Я не подумала об этом просто, вот, ну, бывает, как бы. У некоторых проходит, а вот у меня что-то не проходит в последнее время.
Все. Прилетел за своим ускорителем. Сейчас как мне включат этот по спидометру, как юх-юх. С кипидаром жопу как намажут. Валера, мути кофе, я в теме. Как-то сейчас странно был варп-режим. Может, мне просто показалось, а может, нет. Ладно. Очень странно. Ваша кошечка говорит мяу. Все. На 9 секундов. Так. Только. Блин, у него вот этот хоботочек. Очень интересный. Такой геометрический. У меня аж голос сел. Так, задаю место назначения и прыгаю варп. Варп Вау. Какая же это красота. Камера еще дребезжит. Кстати, то есть можно отключить. Кого-нибудь это раздражает, что она дребезжит? Ну, типа камера дребезжит. Так, требуется.
Такс. Это такие далеко от этого переварпалось, или как это сварпалось, далеко от как о них. Короче, я хз, но видно, ускорители не каждому подходят. У каждого корабля свой ускоритель, как я понял, или нет? Или да? Да. Он ему не особо сильно такого хорошего пинка поддал. Типа на два больше, ну да ладно. На два раза больше. Ой, один, на один раз больше. На два раза больше. О, сложно, очень сложно. Ой-ой-ой-ой-ой. Стопэ, пока стопэ. Тут эти глоги, злорги. Бла-бла-бла. А, надо было еще мне пусковые установки, между прочим, перед это поэтовать. А я этого не сделала. Он захватывает еще очень довольно-таки долго. Эти милиписьки меня будут бить, придет очень много времени, чтобы я их всех захватилась. Целью всех захватить. Хочу всех сразу захватить. А есть ли тут какая-нибудь типа штуковина, которая захватывает автоматом, когда тебя начинает обижать NPC. Чтобы это не делать все своими ручками. Было бы куда побыстрее бы. Так. Блин, немного подлагивает. Ну блин, я так не играю. Чем-то назрел ты мудрым. Сейчас они перезагрузятся чуть-чуть.
Так, турбоскрытель я пока что отключаю, так как у меня падает заряд накопителя. Вот. А я бы хотела бы еще бы немножечко поубивашкать этих комариков. Да будет свет, сказал электрик, перерезал провода. Я думаю, мои ракеты не справляются. Почему? Потому что далеко я от этих же самых же комариков. Потому что ракетки у нас дальностью всего лишь 23 километра. А тут они были чуть-чуть подальше. Ну, как бы изначально. Вот. Где-то тут. Как-то так. Можно воспользоваться разгонными воротами. Прям-прям-прям-прям. Так, я думаю, сейчас можно ускоритель чуть-чуть включить. Активировали ворота. Сейчас мы как куда-нибудь прыгнем. Куда-нибудь я сейчас как прыгну. Вот это носик. Так, уничтожить цели. Ну, все понятно, заюш. Кого-нибудь надо взять в цель, а то они меня будут сейчас чехвостить. Мне так неприятно будет.
Ну, как-то так. Сейчас они еще перезаряжаться будут. Тут красненьких вон сколько. И они меня все очень хотят. А если я вот эту возьму орбиту? Ну, типа, почему бы и да? Чтобы потом просто не отвлекаться на них. Так. Это вот они меня окружили, да. Это вот я вот там, вот там. Жбаник. Осталось чуть-чуть.
заряды модуля исчерпаны. Осталось 2 чипистика. Будут ли они еще размножаться? Один остался, один. Сейчас я его, сейчас я его тоже. И они размножились, ура. Сейчас еще будем биться. Так, пока это тоже можно пока что перезарядить. Они не особо сильно сагрились на меня. Такие хорошенькие, со мной бегают, красненькие, пьем. Да, Валера, что у тебя произошло? Ты достал кофе? Так, а идут-то у меня сейчас опять перезагрузка модулей. Идут. Валера, у тебя сначала была проблема, что хотел кофе, а потом у тебя была проблема, что ты его не мог допить. Теперь странно.
Прям. Эти исчерпаны заряды модуля. Последние два чебуреков из этой, так сказать, пачки. Блин, чебуреков так захотела. И еще одна партия подкатила. Сейчас опять заряды модуля исчерпаны будут. Сколько я уже их тут набила-то, сколько, вон, посмотрите, сколько комариков. Итак, что у нас тут по времени? Скорее всего, сейчас я сдам задание, и на сегодня пока что ж все. Но это только на сегодня. Ребятки, не забываем поставить колокольчик. Следующий стрим не знаю когда. Обязательно ставим напоминание. Уведомления, бла-бла-бла. Вот. Чтобы не теряться. Да. А, вроде бы суются. Слушай, давай-ка посмотрим. От всех до дронов, да, суются. Ну, мне что-то как-то было не до дронов. Всего лишь два дрона в него суются, в основном ракетами работает, как бы. Тут-то надо работать ручками и пальчиками.
Прям-прям-прям. Завершаю задание, и вы CEO. Всем оки, лавки, табуретки. До новых встреч. Thank you.